Не, понятно, можно будет и по одному стрелять, но в этом вся и фишка будет, что ты можешь выехать и дать два сразу. Тебе максимум один, да? Причем даже если это какой-то, вы понимаете, что даже вы выезжаете на Меркаву с барабаном ее. Меркава с барабаном-то. А у нее альфа там ни о чем, с выстрела. Пока вы там что-то там даете, вот это надо было попадать. Я неудачно стал. Пока она вам там будет один выстрел даст и будет до второго перезаряжаться, вы даете ей две и уезжаете. Две плюхи просто и поехали. Да как ты? Как тебя надо наказывать-то? Я не наказываю. Ёпрст, что-то с УВНами, что ли, опять не так? Вроде бы здесь остановился, всегда норм. Все было с УВНами. Просто МСК 1400. 1000, слабо что-то. Просто в силуэт, как бы там пробьется по-любому. Успел? Как они лопаются по 1500 просто. Не, это жесть. Нет, это жесть. Это все еще жесть. Это был не нерв, все равно, как ни крути. Это был отвлекающий маневр. О! Товарищ! Как это не пробил? Вернись. Это было близко? По-моему, это было близко. 1700. 3000 урона просто за 3 секунды. Какая же она жесткая. Я не понимаю, зачем они ей альфу вернули? Ну вот, правильно сделали. Понерфили ей незаметность, там, бронепробитие, скорострельность. Альфу зачем вы вернули? Ну это же теперь все так же жесть. По 1700 за выстрел. Алло. Два выстрела танка нету. Просто нету ОБТ. Было ОБТ? Нету ОБТ. Вот сейчас еще один парень поиграет, да? Чуть-чуть вперед, там вот шотники есть, пацан, давай, выезжай на него. Че, лицом торгую? Так, у меня последний выстрел. Я на перезарядке. 10 тысяч дамажки с барабана, просто... Изи. Изи! 12 тысяч. 15 тысяч с половиной. Пацаны, идем на двадцаточку. О, онлайн! Онлайн двадцаточка, пацаны. Их еще 8. Блин, давай перезаряжайся быстрее. Так, а куда мне лучше переехать? Куда лучше переехать? К нам проехал УБТ, скорее всего, и не один. Там Меркава стоит, фуловая. Блин, 30 секунд еще. Понерфили, понерфили МГМ, ребят. Понерфили. Вообще ни о чем сейчас. МГМ вообще ни о чем. Блин, вот он уже, вот он уже, вот он уже, 3000 дамажки. 5 секунд. Твою налево. Ушел из прострела. Дайте пострелять. Блин, они его закрыли. Не для меня. Ты еще живой? Оп, добивайте. 11 хп, неинтересно. 9 снарядов. Я даже перезаряжаться не буду. 9 снарядов. Хотя время-то есть, по идее, да? Да, время есть. Их еще пятеро, да? Где-то катается. Ну вот тут, конечно, мне нужна дистанция. Здесь как бы я вблизи не боец. И урон слабенький, и пробитие. А, они все вон или где. Тихо-тихо-тихо-тихо, УВНы!
Блин, не хватает пробоя. Ой, нету. Ай, похеру. Блин, ну дай же я в него выстрелю. Не закрывайте его, алло. Не пробили. А он там отстреливается тем временем. Очень жестко. 700 там. Еще. Блин, не вижу, где он. А, он за домом заехал. А-а-а! Так, Кашка там где-то едет вдалеке. И там же где-то страйкеры, скорее всего. Они взводные, да? Поехали искать. Да почему не попал, жену? Попал. Так, спокойно. Спокойно. 6 снарядов еще. Еще 6 снарядов. Страйкеры где-то там. Страйкеры картонные, но развалят меня за 2 секунды. Тихо-тихо-тихо, не тыкай. Где вы, ребята? Ребят, ребят, ребят. Вижу противника. Слабо. И еще один. А, у него хпшки нету. А-а-а, это почти двадцаточка. А вдруг еще блайнды будет? Боже, это двадцатка. Это один хер двадцатка, даже если и блайнда нету. Серьезно? Они понерфили МГМ. Охренеть. Я это сделал, да? Это все-таки... Я все-таки сделал двадцаточку. Это 21 тысяча урона, пацаны, без смс-регистрации. Охренеть. Это чтобы вы понимали, это мой первый бой за 4 года на 20 тысяч урона. Это мой первый бой. Как говорится, на гайд. Не, завтра надо будет там, завтра всякие видео по новостям, но я этот бой отдельно по-любому выставлю. Да, ну вот как бы, как-то так. Чуть-чуть по чуть пострелял.